высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. Сегодня на торжественном мероприятии принимает участие заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку генерал-майор милиции Нугуманов Рафил Габдрафин. Равняйсь! Равнение на середину! Товарищ министр внутренних дел Республики Татарстан, личный состав Казанского гарнизона полиции и Росгвардии по случаю празднования 40-летия образования ОМВД России по городу Казани построен. Полковник Саматошников. За прошедшие 10 лет работы. И сегодня я могу абсолютно уверенно сказать, вам есть что занести в свой актив, чем вы можете по праву и по достоинству гордиться. Количество совершаемых преступлений, в том числе на улицах столицы, сократилось почти вдвое. При этом их раскрываемость возросла без малого на 10%. Проделан значительный объем работы по противодействию организованной групповой преступности, противодействию законообороту оружия и наркотиков, борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями и многим-многим приоритетным направлением оперативных режим деятельности. Все это на фоне многократно возросшей нагрузки на личный состав, связанной с обеспечением общественного порядка и безопасности во время проведения различных общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий. На сегодняшний день поэтому показатель Казань уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. Только за 7 месяцев этого года их количество превысило 900. Среди них много мероприятий всероссийского и мирового уровня. В следующем году вам предстоит очередная, пожалуй, самая серьезная проверка на прочность и профессионализм, как принять в матче чемпионата мира по футболу, обеспечить безопасность этих соревнований. Уверен, что Казанский гарнизон полиции достойно справится с этой сложнейшей задачей. За доблесть в службе награждается майор полиции Хайрулин Руслан Гайфулович, начальник отделения уголовного розыска. Медалью МВД России за безупречную службу в МВД награждается полковник полиции Мавлюдов Айрат Рифович, начальник отдела экспертиз. Каждое массовое мероприятие в городе, собирающее вместе большое количество людей, требует от вас огромной работоспособности, согласованности действий и высочайшего профессионализма. Именно вы следите за безопасностью и являетесь гарантом успешного проведения. Празднование Дня Победы, многотысячное шествие Бессмертного полка, мероприятие, посвященное республиканским народным праздникам. Эти и многие другие городские события всегда проходят на самом высоком уровне благодаря вашему профессиональному труду. Thank you.
sexy and I know it. Самолет Ан-2 пилотировал командир воздушного звена, мастер спорта, летчик-инструктор первого класса Краснов Алексей Константинович. Он налетал на самолете Ан-2 свыше 4000 часов. В честь 40-летия ВМВД России по городу Казани завершается. Мы искренне желаем вам всего... Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».